Если вы не знаете, на что сходить в кинотеатр на этой неделе, то, кажется, мы нашли для вас идеальный фильм. Четвертый месяц подряд прокатчики не оставляют нас без возможности увидеть аниме «Хаяо Миядзаки» на большом экране. Вслед за признанными шедеврами выходит один из наименее известных фильмов мастера. «Ведьмина служба доставки» — неамбициозное и даже бытовое аниме о колдунье Кики, которая в рамках стажировки должна на год отправиться в милый европейский городок и самостоятельно обеспечивать себя. Никаких фирменных размышлений о пацифизме и погубленной экологии, только нежная история о вынужденном взрослении и попытке сохранить ребячество в суровом взрослом мире. Впрочем, кое-что во всех аниме Миядзаки остается неизменным — обворожительная анимация, которой по возможности стоит наслаждаться на большом экране. Ставь лайк и делись этим видео с друзьями, а с вами был канал «Любовь, смерть и гики».